Казанском федеральном университете стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Хирургии. Зона профессионального риска». О том, кто принял в ней участие и какие заявлены темы выступлений, расскажем в нашем следующем сюжете. Принимают участие в конференции педагоги, все, кто обучает будущих медиков, представители непосредственно тех, кто занимается организацией и контролем оказания медицинской помощи. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета профессор Андрей Киасов в приветственном слове отметил, что вопросы в целом важны для здравоохранения Республики Татарстан. Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан Любовь Шахудинова обратил внимание на то, что сейчас стало поступать много жалоб гражданам по части оказания медицинской помощи. Настал период, когда у пациентов сформировались четкие запросы. Но мне хочется, чтобы и вы сформировали, даже исходя из материалов, которые сегодня вы услышите и рассмотрите, чтобы и вы сформировали позицию, по которой вы могли бы и объяснить свои действия, и защитить себя, и действительно не попасть вот в эти жернова. В рамках конференции планируется обсуждение тем контроля хирургической деятельности, практики и особенности уголовной ответственности и правовые аспекты защиты медицинских работников. Прав пациентов при оказании медицинской помощи. По итогу конференции ожидается вручение образовательных сертификатов Российского общества хирургов, а также экскурсия по инновационному доклиническому комплексу симуляционного обучения Казанского федерального университета. Илья Андреев, Фарид Захитугле, Универньюз.